стало известно, в какие дни приднестровцы будут отдыхать в 2020 году. Министерство по соцзащите и труду утвердило производственный календарь. При пятидневной рабочей неделе новогодние каникулы продлятся 7 дней – с 1 по 7 января. Еще 3 выходных ждет нас в феврале. День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Нерабочим станет понедельник, 24 февраля. Подобная ситуация и в марте. Поздравлять любимых женщин и милых дам мы будем тоже 3 дня – с 7 по 9 марта. Пасха в следующем году выпадает на 19 апреля. Второй день православного праздника тоже будет выходным. Так же, как и 27 апреля. Это поминальный день. Продолжительные майские выходные будут в 2 захода. С 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая. Праздничный день республики выпадает на середину недели. Мы будем отдыхать в среду 2 сентября. И 3 выходных нас ждет в ноябре. 7 по 9 число.